Название Хосты переводится как «Лукоморье» – «красивое ущелье», «красивая» или «чистая река». Первое курортное учреждение появилось в Хосте уже в 1906 году. Это пансионат «Пионер». За короткое время в Хосте появляется множество дач, царских сановников, графов, князей, генералов, деятелей культуры, науки и искусства. Местного населения в Хосте в начале 20 века насчитывалось 1500 человек. В 30-е годы принимается план генеральной реконструкции Сочи-Мацестинского курорта и начинается закладка новых корпусов санаториев, любоваться на архитектурные ансамбли которых мы можем и по сей день. Заложен курортный парк с летним театром, замощены улицы, проведены водопровод и канализация. Дизельная электростанция дала свет домам и улицам. Появляется морской вокзал, регулярное сообщение автобусов, поездов, катеров и теплоходов. 5 августа 1941 года в Хосту прибыл первый эшелон с ранеными. Встречать бойцов вышли все жители. За годы войны Сочи возвратил в строй 500 000 солдат и офицеров. В послевоенное время курортная жизнь постепенно налаживается. В 1962 году начинает функционировать ванное здание комплекса «Мацеста». А сегодня Хосты – это красивейший район Сочи. В поселке проживает более 20 тысяч жителей. Ежегодно на отдых и лечение приезжает свыше 100 тысяч человек. Тем более в Хосте для этого есть все условия. За последние 2 года капитально отремонтирована горбольница номер 3, проведен капремонт Дома творчества и досуга «Луч», введена в эксплуатацию пристройка к детскому саду номер 83. Запланирована реконструкция еще 2 детских садов. По итогам городского и районного конкурса в звании «Лучший совет ТОС» удостоен именно ТОС Хоста. В этом году район отметит также 100-летие музея, храма Преображения Господня и первой школы в Хосте.